25 февраля 1945 года. В течение 25 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Северо-западнее и юго-западнее Кёнигсберга подбито и уничтожено 69 немецких танков и самоходных орудий. В районе Бреслау наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника и заняли несколько кварталов в южной части города. За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника.